Английский писатель Ричард Темплер известен во всем мире как автор серии книг «Правила». Все они стали бестселлерами благодаря отдельным советам, которые написаны простым и понятным языком. Хотите ли вы построить карьеру, добиться поставленных целей и все успеть? В «Правилах» можно найти рекомендации на все случаи жизни. Об одной из самых популярных книг Ричарда Темплера «Правила родителей» расскажет педагог детской музыкальной школы имени Балакирева Ксения Сметанина. Искусство быть хорошим родителем подвластно далеко не всем. И у некоторых людей это получается как будто бы вот само собой, вот естественным образом, непринужденно и легко. Для некоторых родителей это становится нелегкой задачей. Как воспитать, как объяснить, как подойти. И если книг по уходу, скажем, за младенцем предостаточно, то вот о хрупкой детской душе тоже в какой-то момент приходится задумываться, потому что ребенок растет, и у него постоянно появляются какие-то потребности, вопросы. И как на это все отвечать, как реагировать, как научиться принимать своего ребенка. Она составлена как некий свод правил. Они очень лаконично изложены и не занимают много времени, нету длинных больших развернутых мыслей, которые требуют длительного погружения. Многие из нас действуют по принципу «со мной действовали так, я буду действовать точно так же». А ведь ни для кого не секрет, что наши родители тоже ошибались. И они тоже так же вот действовали по принципу «как со мной». И этот принцип не всегда правильен. Учиться признавать свои ошибки очень важно. Кстати, в данной книге даже есть такое правило. И мы учимся на собственных ошибках, мы учимся на ошибках наших родителей. А наши дети будут учиться на наших ошибках. Главным принципом для себя, как для родителя, я избрала принцип уважения к ребенку, к своему. Уважение потому, что она человек, потому что она личность, потому что она равный мне человек, несмотря на то, что еще чуть-чуть меньше ростом и размером. Во всем остальном у нее такие же права. И самое главное ее право – это право на уважение. И я считаю, что именно родители, прежде всего, должны учить своих детей уважению и учиться сами, прежде всего, уважать своих детей по праву рождения. И именно мы являемся для них первыми педагогами. Именно мы научаем их всему тому, что они умеют в дальнейшем. И заложенное в детстве сопровождает нас всю жизнь. Предполагается, что ребенок, в отличие от взрослых, должен выполнять все, что ему говорят. По определению. Поэтому к взрослым вы обращаетесь любезно, а к детям просто указываете, что делать. Проблема в том, что дети смотрят на это иначе. Они не обращают внимания на то, как вы разговариваете со всеми остальными. В конце концов, дети никогда ничего не слушают. Они просто начинают разговаривать с вами так же, как вы с ними. Если ваши дети обладают хоть каким-то чутьем, то они будут обращать внимание больше на то, что вы делаете, чем на то, что вы говорите. Так что вы должны не только не ругать их за пренебрежение к правилам хорошего тона, если сами этим грешите, а наоборот, хвалить их за то, что они следуют вашему примеру. Конечно, дети заслуживают уважительного отношения, хотя бы просто потому, что они люди. Ричард Темплер. «Правила родителя». Рекомендую всем родителям и тем, кто готовится ими стать.